До виборів залишилось менше тижня. 25 жовтня 2015 року херсонці, окрім депутатського корпусу, обиратимуть мера свого міста. За умови, якщо у першому турі жоден з претендентів не набере понад 50% голосів, відбудеться другий тур голосування. Досить ймовірно, що на першому турі вибори мера Херсона не завершаться. Тож наша знімальна група вирішила дізнатися у херсонців, хто, на їх думку, буде змагатися за посаду мера в другому турі. Я вважаю, що по нынешней ситуации, как ни странно, самые большие шансы будут у Урсуленко и у Сальдо. Я думаю, пройдет Мангер. Я не вижу никого, которые бы могли быть ему конкурентом. Николаенко, наверное. Конкурировать Сальдо будет. У меня желание, чтобы батьковщины прошли. Кто конкурентом может быть? Ну, наверное, теперешний голова. Не могу определиться, потому что практически никому не доверяю. Ну, я думаю, Сапанащенко, Миколаенко тоже ж хочет. Мангер и этот, бывший, Сальдо же еще. Нам надо молодых, не заангажированных. А что эти старье? В городе и говорят в основном две фамилии, Николаевка и Сальдо. Нет, у нас очень много и других, но мы, честно говоря, их практически не знаем. Честно говоря, я кроме Миколаенко никого не знаю, за него и буду голосовать. Там девочка какая-то есть, Урсуленко, она баллотируется тоже. Ну вот она тоже приятная, думаю, она тоже будет. Нравится кому-то, не нравится, но может пройти Сальдо и Мангер. Мне кажется, что Николаенко пройдет. И очень возможно в первом туре даже. Будь-хто хай проходить, аби тільки з нами їм було комфортно працювати.